Здравствуйте. Представляю вашему вниманию такой трехчетвертной аккордеончик мистер Капричо. Вот в таком вот идеальнейшем состоянии. Ремешки здесь такие добротные стоят. Вот. Моделька достаточно современная. Начало 2000-х годов. И чем она отличается от своих соплеменников? Серина, Метеора, Стелла. Она немножко полегче, эта моделька, и немножко по размерам поменьше. И здесь конструкция предусматривает двумя шурупчиками снятие всей механики. И вот они клапана. То есть очень комфортно. Модель в обслуживании. Вот. Звучит достаточно ярко. Каждый голос, каждая кнопочка на нажим и жим звучит одинаково. Я сейчас не буду проверять, если кому-то интересно, я специально сделаю для него видео отчет по каждой кнопочке. Вот. Очередной раз прошу прощения за корявую игру, но на аккордеоне я играть не умею. Всех вам благ, удачи. Самое главное, не болейте. До свидания.